Здравствуйте, туристы-милитаристы. Сегодня у нас Варго Сабата. Помним, да, почему я сделал такое судорожное движение. Хотя на самом деле, несмотря на то, что я внутрь не залезал, ход клинка, конечно, стал гораздо более плавным. Нож у нас тонкий, рукоять титановая, клинок титановый сплав. Конечно же, постараюсь первое время хотя бы делать все без перчатки, именно для того, чтобы понять, что там и как. И 10 миллиметров стандартная сизалевая веревочка. Опа! Почему шевелил сейчас рукой? Потому что клинок чувствуется, что острый, а вот рукоять тоже, сука. Поехали. Я тут сам себе выдвинул предположение, что на самом-то деле даже в перчатке я все буду чувствовать, а рука мне сегодня еще понадобится. Поэтому я надел все-таки перчатку. Так, ну вот, достаточно абразивную веревку. Нож там, где просто хватает. Я вам сейчас объясню. Здесь именно момент того, что в одно движение мешает сделать рез плавник. Тот самый, который сберегает нашу руку. То есть, когда у нас вот здесь на краю веревочка, то, ну и то. Ну вот, все равно, в принципе, сама по себе работа идет. То есть, нож острый. Нож пока что острый. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Так, берем вот такое немаленькое полежка и начинаем строгать. Ох ты! Оба! Оба! Это что вообще происходит здесь? Это, ребят, я вам могу сказать, что это я когда с карбидом вольфрама делал тест. Я действительно там просто боялся сломать клинок. Здесь я как-то особо не боялся. Почему? Потому что все-таки титан. И что это вообще было только что? То есть просто зацените соразмерность. Это действительно довольно таки серьезная такая досочка. Вот, отлично, хорошо. Ну, то есть плохо, конечно, но с точки зрения теста хорошо. Здесь у нас сучок прошел довольно жесткий. Мы его просто вырезали. Вот тебе, бабушка и Юрьев день. Офигеть. Офигеть. О, вечер перестает быть томным. У нас фрейм ушел практически, ну, дальше, чем середина пяты клинка. И вернулся в самое начало пяточки. Ух! Это что сейчас был за ураган? Ладно. Дуб. Здесь все true. Дуб. Олив вуд. И не буду говорить, англоязычные не поймут. Так, и самшит. Так. Вот в этом месте начал я строгать. То есть он совершенно четко дает стружку. Не просто выцарапывает там что-то, а именно строгает. Может быть, конечно, это не эталонная стружка именно крупная, но строгает уверенно. Блин, я с этой деревяхи, честно говоря, в осадок выпал. Так, оливка. Где же нам тебя? Аж звенит каким-то непонятным мне звоном. Совершенно уверенно строгает. И здесь деревяха, на самом деле, с ней
не так все просто, видите, она вся здесь обкусанная с разных сторон. И поэтому, когда ты начинаешь вот здесь резать, у тебя просто скользить начинает. Скользить начинает нож. Ну вот на чистом месте, опять же, совершенно нормальный срез. То есть, йо-хай-ди, как говорит мой младший научный сотрудник. Это что вообще сейчас было? Ну ладно. Так. Сейчас. Вот я не знаю. Вот как раз таки с вольфрамом я понимал, что там очень хороший потенциал для реза, но самое главное не накосячить, самое главное не сломать. Здесь, ребята, я вам честно говорю, этот нож меня сейчас пока что очень сильно удивляет, потому что я во все вот эти вот заманухи на инфолисточке особо не поверил. Ну что, погнали наших городских. Какой неприятный звук. Так, засчитываем отверстие, и кончик совершенно четко у ножа ушел. Здесь нет никаких сомнений. Как раз таки, наверное, вот тот самый звук, он и был тот самый звук. То есть здесь на самом деле вы понимаете, что это был... Я ненавижу ломать ножи. Это был очень такой момент драма. Но в любом случае мы определили некий запас прочности. Да какой в жопу запас прочности? На самом деле, в данном случае это мой косяк в чистом виде. Почему? Потому что я поймал какой-то кураж. Вот на ножевых тестах самое главное, ну, кураж по жизни — это прикольно, но не всегда. Почему? Потому что именно так получаешь травмы. Получаешь травмы в спорте, получаешь порезы на тестах. И в данном случае я реально поймал кураж от вот этого вот какого-то дикой вот этой вот пляски на полене. И сверлил так, ну, уже так, ха, что там, финишная прямая. И в результате кончик ушел. Ну что, вот момент истины, реальный момент истины. Так, бумажку мы рвем, здесь режем довольно-таки неровно, но кончик жалко. Причем он именно не загнулся, он именно сломался. То есть именно четко откололся кусочек кончика. Погнали, Гудини. Так, режет с явными сильными надрывами. И здесь с явными сильными надрывами режет. То есть, конечно, сейчас, ребят. Ну, визуально не скажешь, вот не скажешь. Чисто визуально кромка... Сейчас, видите, абсолютно живая. Все по красоте. Что я хочу сказать? Очень позитивный был тест. Почему? Потому что я понимаю, что, скорее всего, я даже примерно понимаю, где я попал на вот эти вот микроизменения кромки. Это был тот момент, когда я вырезал вот эту вот херобутину, и здесь просто не осталось. Здесь по ходу пьесы, когда я срезал,
был такой конкретно черный, очень-очень мелкий, но он именно вот твердый, сухой был сучок. Я думаю, что, скорее всего, когда я вот со всей дури вот это вот все проламывая, вот его срезал несколько раз, скорее всего, там и получилось. То есть не на дубе, не на оливке, я думаю, что, скорее всего, на этот сучок встал нож. В любом случае, мне интересно будет, опять же, с точки зрения банальной эрудиции, там было написано, что клинок просто в легкую правится. Буквально сразу приду домой. То есть я в любом случае этот нож понесу Толяну на оздоровительные процедуры, чтобы он мне сделал по уму красивый кончик, чтобы все это было действительно замечательно. Для Толяны это уже привычное дело. Вот. Но сейчас вот буквально приду домой, я попробую просто с учетом своей рукожопости на мусате поправить именно кромку, чисто вот именно без каких-то, вообще без заточки, без всякой фигни, а просто по мусатику повжикать. Мне интересно, что будет. Потенциал у ножа просто великолепный. Он, конечно же, легкий. Я говорю, что зайдите на сайт Варго, там завтрашний день. Просто все титановое, все ультралегкое собирается. У них палатка весит 200 кило. Ну, о чем говорить. Вот, и реально я понимаю, что, знаете, они сосредоточены полностью на туризме. То есть ножики у них все равно идут как такой, ну, именно инструмент туризма. И поэтому я опасаюсь, что они сильно особо вкладываться не будут именно как в производство ножей, как в производство именно ножей. Потому что было бы очень интересно на это дальше посмотреть. В любом случае, я, конечно... Я не знаю, насколько там он перерезал бы или не перерезал на каких-то тестовых там абразивах ту же самую АУС 8 или еще какой-нибудь там, ну, как было сказано, там на 57, на 58 единиц по шкале Рокова сталь, был ли бы такой результат. Но вы сами видели своими глазами то, что сейчас происходило вот с этой вот, с нарезкой вот этого вот полена, это было что-то, блин, ультрафантастик. То есть в этом плане, конечно, и сломанный кончик. Понимаете, сломанный кончик — это просто... Я даже не буду говорить о том, что это доказательство того, что так делать не надо и так далее. Так делать в любом случае не надо. Здесь дело в другом. Дело в том, что он показывает именно возможности ножа. И как раз таки вот критикам на заметку, видите, кокосинг — это дело неприятное. Это действительно не всегда все выживают. Поэтому... В любом случае, у меня ощущения очень-очень позитивные. Конечно, сейчас посмотрим, что еще получится на тему того, чтобы поправить клинок. Все, спасибо за просмотр, всего доброго, увидимся. Сука, ну зачем я сломал кончик, а?